Всех приветствую, дорогие друзья. Сегодня будет интересное предложение по автомобилю. Один автомобиль покажу, цена очень классная. Со скидкой дешевле, чем рекомендованная розничная. В общем, автомобиль Lada Granta в кузове седан, белого цвета, с двигателем 1.6, 106 лошадиных сил, 16-клапанный мотор. Автомобиль на штампованных дисках. Наружные зеркала окрашены в цвет кузова с повторителем. Также присутствует электрорегулировка и обогрев наружных зеркал. Ручки дверей окрашены в цвет кузова. Центральный замок тоже есть у автомобиля. Белый цвет. По салону две подушки безопасности, электроусилитель, штатная музыка, 4 колонки, кондиционер, подогрев передних сидений. Два передних стеклоподъемника, ну, как я говорил, электрорегулировка и обогрев наружных зеркал. В общем, друзья, стоимость этого автомобиля составляет 1 миллион 45 тысяч 2024 года, естественно, с АБС и так далее. В общем, подписывайся на канал, покупай выгодно Lada, приезжай к нам, контакты все в описании. До новых встреч, всем удачи, хороших выходных, пока!